Всем привет, мои дорогие подписчики! Напоминаю вам, что вы находитесь на канале Елена Ермакова. Я вам пообещала, что мы далее, у нас лето началось, поэтому экскурсии сделаю вам на море. Сегодня мы поехали на косу, Бердянскую косу, и я вам покажу море, конечно, прелестное, море теплое. Сейчас я ближе подойду, покажу вам море. Вот, отель мы сняли на 3 человек, у нас получилось 2600. То есть, как для наших украинских реалий, для наших, это, конечно, очень дорого. Если взять 10 дней, да еще здесь питаться, ресторан потом вам покажу. Я, честно говоря, устала от этого ресторана. Цены кусаются. Вот, и... пахнет жареными бычками. Я потом вам покажу. Ну, я хочу сказать, что деньги, конечно, берут чуть ли не египетские. За эти деньги можно в Египет поехать и отдохнуть. А комфорта еще нет. Значит, песочек у нас, конечно, грязный. Покажу вам. Сразу. Вот такие лежачки, которые приходится тягать самим. Кто как хочет, так и располагает. Такие вот полотенечка не первой свежести. И ходят, конечно, предлагают нам булки с маком и пиццу. То, чего нет, конечно, на нормальных курортах, там, где ты хочешь отдохнуть. Вот такая ржавая урночка. Номер, конечно, неплохой. В принципе, и море прелестное. Условий еще нет в Украине. Им еще учиться и учиться. Но отдохнуть можно.